Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Спорт М. Перед дверью матча Крыльев Советов и Торпеда на Солидарность-арене я хочу рассказать о самарском игроке Сергее Божине, который перешел к нам как раз из этого московского клуба. Сергей Витальевич Божин, российский футболист, защитник, родился 12 сентября 1994 года в Самаре. Футболом начал заниматься 8 лет на базе школы Самарского Локомотива. Затем в течение 5 лет тренировался в Академии футбола имени Юрия Коноплева, Тольятти. По возвращении в Самару стал заниматься в детской школе «Юнита». В 2011 году уже в основной, тогда еще не расформированной команде, принимал участие в зимнем юношеском чемпионате Самарской области, откуда его пригласили на просмотр в молодежку Крыльев Советов. Через некоторое время Сергей подписал контракт с командой. В молодежном первенстве дебютировал 17 сентября 2011 года, гостил в матче против московского «Спартака», провел весь матч, заработал желтую карточку. За 5 сезонов в молодежной команде 2011-2015 год провел 61 матч, забил 3 гола. В основной команде Крыльев Советов дебютировал 2 года спустя в ответном матче за право остаться в премьер-лиге с клубом ФНЛ «Спартак Нальчик». На 81-й минуте вышел на замену. В следующем сезоне сыграл 17 матчей, забил 1 гол в первенстве ФНЛ. В 2016 году дебютировал в премьер-лиге, гостил в матче против московского «Спартака». К сожалению, в те времена Божин не особо раскрылся в Самаре, поэтому уже в 2017 году перешел в Тольяттинскую «Ладу», выступающую в втором дивизионе. Не покидая предел Самарской области, в 2018 году защитник переезжает в «Сызрань-2003», играющую в той же лиге, что и тольяттинцы. Проведя за эти команды 19 игр и отличившись голами 2 раза, футболист делает рискованный шаг и перебирается в «Факел» из Воронежа. Там защитник проявляет себя более уверенно. В общей сложности, проведя 37 матчей за воронежцев, забивает 2 мяча. В 2019 году Сергей уходит в «Торпедо». Тогда клуб только-только вышел из ПФЛ. Кстати, в то время, так же как и сейчас, он играл с Иваном Сергеевым. Летом 2020-го оба футболиста из Москвы перебираются в самарские «Крылья Советов». Для Сергея Божина это стало возвращением в родную команду. В этом сезоне игрок выглядит убедительнее, чем в прежнюю бытность в команде, хотя во второй части сезона присел на скамейку. Несмотря на малое игровое время, он уже успел 2 раза отметиться голами в играх против «Чайки» и Ставропольского «Динамо» в Кубке России. К выходу «Крыльев» из ФНЛ игрок относится следующим образом. Если мы попадем в премьер-лигу в том составе, который есть сейчас, если никто не уйдет, нам по силам попасть в первую восьмерку, может быть даже выше. Уровень футбола в России падает, некоторые клубы по ходу сезона чуть ли не расформировываются. Та стабильность, которая есть у нас, поможет команде добиться успеха в РПЛ. Друзья, согласны ли вы с мнением Сергея по поводу нашего места в РПЛ? Давайте пожелаем клубу сохранить состав, Сергею закрепиться в основе и удачи нашим ребятам в предстоящей игре с «Торпедо». С вами был канал Спорт М. Подписывайтесь на нас, заходите к нам, у нас интересно. Всем удачи и пока!